Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера. Я пришла в магазин Fix Price. Здесь все еще разбирают новинки, но что успели выставить, посмотрим. Маленькие фоторамки на стол размером 10 на 15 сантиметров. В коробке разных цветов, 59 рублей. Прокладки Mob 28 штук, длинные, 4 капли, 99 рублей. Гель для стирки универсальный, объем литр 400, с картой Fix Price сейчас за 170 рублей. Освежитель воздуха Верти 250 мл, цена 124 рубля. Стиральный порошок Bimax, сила цвета 400 грамм 79 рублей. От Parli Cosmetics тонизирующий крем-гель для умывания. С церамидами и алоэ вера, подходит для сухой кожи. Объем 250 мл, также есть с коллагеном для всех типов кожи и с гидролатом шалфея для комбинированной. Еще у этого производителя есть ламеллярный спрей 160 мл, цена одинаковая, 79 рублей. Выставили спреи для тела с ягодным ароматом 200 мл, 79 рублей. Новинка от One Care – это увлажняющий мист-тоник, объем 150 мл. Конкретно этот вариант с витамином В3, цена 99 рублей. Есть также еще с муцином улитки, аминокислотой и гиалуроновой кислотой. Различаются цвета. Шампунь от чистой линии березовый подходит для всей семьи ежедневного ухода. 250 мл за 99. Интересная находка для хранения – это чехол для обуви, 4 кармана, размер 60 на 35 на 15, цена 199. Штора для ванной размером 180 на 180, есть кольца они внутри, цвета в ассортименте за 249. Набор универсальных салфеток размером 30 на 20 сантиметров, 6 штук, цена 79 рублей. Какие милые носочки с котиками, очень широкая резинка, предполагаю, могут давить, 50% хлопка. Все с котиками отличаются цветами, 79 рублей. Набор детских носков от марки Zooey, цена 99 рублей. Они с перфорацией в форме бабочек. 70% хлопка, цвета в ассортименте. Контейнер для косметического мусора. Крышка открывается, откидывается сверху. Также есть белые и розовые. Цена 249 рублей. Расчески для волос широкие, прямоугольные. Есть еще и белые и розовые за 149. Из этой же серии расческа с мягкой щетиной и узкая, с аналогичной ценой. И заметила еще овальной формы этой же серии. А также можно выбрать вот такую круглую расческу для объема. Милейшие крабики, детские, цена 79 рублей. Если приглядеться, они имеют небольшой блеск. Зверята, мышки, котики и кто-то неопределенный. Массажер для тела, сделан он из дерева с резиновыми вставками. Для спины, ног, рук цена 124 рубля. Заметила новые пилки для ногтей, они металлические, с покрытием 200 и 240 грит за 99. Очередные аромодиффузоры с палочками, цена 199 рублей. Сбоку можно прочитать нотки, покажу вам все. И еще один аромодиффузор Бризл, ваниль, амбра, мандарин. Второй вариант — подснежник, пион, лемонграсс за 199. Вновь в продаже клей, это клей 88CA, цена 59 рублей. Обращайте внимание, что есть еще мастер клей и специальный для обуви. У нас на полочках очередной фонарик кемпинговый. Три варианта освещения, он раскрывается, цена 299. Работает от трех батареек, их нет в комплекте. Еще раз показываю набор посуды, три предмета, в этом магазине тоже выставили. Полипропилен, пшеничная солома, три цвета, цена 62 рубля. Обратите внимание, что нельзя мыть в посудомоечной машине и греть в микроволновке. Очередной боул из керамики 770 мл, 99 рублей. Я видела на сайте, есть второй вариант, еще тарелки к ним. Наконец обнаружила блюдце к маленьким чайным чашечкам, диаметр 13,5 сантиметров, стекло 39,50. Чашки тоже в продаже, но был один отзыв, что после покупки сразу же от кипятка разлетелось. Привлекательная салфетка на стол 45 на 30, максимум 100 градусов выдерживает. Есть еще вот такая черно-золотистая расцветка.
и с разноцветной чешуей 49,50. Еще один вариант салфетки, размер 26 на 41, но по сравнению с предыдущими тоньше. Можно использовать для фона, если кто-то любит делать фотографии. Это вообще выглядит как пробка, цена 27,50. Давно в продаже не было пармалата капучино с трубочкой, цена 33 рубля, успевайте. Гуашь от торговой марки Гамма, 6 цветов, 79 рублей, сегодня много канцелярии. Гуашь луч с золотой и серебряной краской, 12 цветов за 149. Классическая гуашь от марки луч, 12 цветов, цвета описаны сбоку. Не сказала бы, что все классика, за 199. Набор стираемых ручек в упаковке 10 штук, на конце ручки есть резинка, цена 124 рубля. Канцелярский набор с линейкой, грифелями сменными и циркулем. Цена отличная за 99. Насадки для постановки правильного письма 4 штуки. На картинке, кстати, показано, как правильно использовать цвета в ассортименте за 59. Набор ластиков 4 штуки, они такие увесистые, крупные. Указано, мягко стирает и не оставляет следов, за 79. Есть еще такие же ластики с лимончиками. Здесь клевер изображен. И четвертый вариант, можно ориентироваться на этикетку. Тоже разноцветная. Лента корректирующая, 6 метров длина, 5 миллиметров ширина, за 59. Еще один набор ластиков, но фигурных, 8 штук в форме макарун. Есть и другие формы, здесь, например, монстрики-привидения, цена 59. Набор обычных ластиков, двухцветных. В детстве, помню, двухцветные даже протирали бумагу, тоже за 59 рублей. Фигурная точилка Юла, снизу контейнер, цена 49,50. Набор шариковых ручек в пластиковом кейсе, 24 штуки. Снизу указаны, какие цвета, 18 синих и остальных по одной штучке. Кстати, если вам цветные не нужны, есть наборы, где только синие чернила. Или вот такой набор, 18 синих и по 2 черных, красных и зеленых, за 199. Набор чертежный, средний, 2 треугольника, линейка и транспортир, за 59. Возможно, в школе пригодятся вот такие держатели для карт, для пропуска. Здесь идет широкая лента, хорошее качество, даже есть разные изображения и цвета, 99 рублей. Милейшие новые пеналы к школе, цена 99 рублей, есть небольшой запах, надеюсь, это все выветривается. Есть изображение и дополнительный декоративный элемент, из веревочки сделан. Для любителей такс, много ярких расцветок, я покажу все, что есть в нашем магазине. Пеналы подойдут как для девочек, так и для мальчиков, с котиком. Этот пенал уже пошире, здесь две молнии, цена 149 рублей, он мне визуально больше понравился, вместительней, да и не так пахнет. Если тот глянцевый, то этот полуматовый, с различными надписями, изображениями, очень яркий. С одной стороны рисунок, а с другой рисунка нет. Еще в продаже в магазине Fix Price есть дневники, но, как по мне, они очень скучные. Я в школе любила дневником выделяться, но здесь это не получится сделать за 79. Набор обложек для тетрадей, ультратонкие, 20 штук, цена 49,50. Также есть вот такие обложки, они уже поплотнее, от марки Eric Krauss, но в этом наборе получается всего 5 штук, цена 79. Папка с ручками, голографическая, или как здесь указано, сумка для документов. Сверху молния, прошита хорошо, все переливаются, цена 199 рублей. Черные, розовые, бронзовые. Папки для документов фиксируются с помощью резинки. Фигурные, да, если обратите внимание, то первый лист, он идет не вровень. Цена 79 рублей, формат А4. С картинками и надписями, самые милые с животными. Мне, пожалуй, понравилась панда и кошка. Набор кисточек для рисования 8 штук, с карты Фикспресс 69 рублей. Рядом набор меньше, но цена 99. Штрих от марки Гамма на водной основе, цена 29,50. Штрих есть и в форме карандаша, также очень много видов клея и набор. Набор из 4 закладок с ленточками, цена 55 рублей, в ассортименте.
На сегодня все. Благодарю за просмотр. Увидимся с вами уже скоро. Подписывайтесь на канал. Желаю отличных покупок и пока-пока.